сколько котят родит кошка в первый раз. Первые роды у кошки могут длиться до одних суток. Дольше всего рождается первый пушистик, следующие котята родятся быстрее, поскольку родовой путь уже проложен. Котята могут рождаться с интервалами 10 минут и 1,5 часа. Вторые, третьи и последующие роды у кошки будут проходить быстрее, меньше суток. А сколько котят родит кошка в первый раз? Количество пушистиков зависит от некоторых обстоятельств. Чаще всего первородящая кошка приведет 1-2 котенка, но не больше 3. В дальнейшем кошка может родить больше котят, все зависит от генетики. Обычно кошки небольших размеров приводят небольшое количество малышей, а крупные кошки могут родить больше детенышей. Если у кошки плохое здоровье, то детей будет меньше, а может и вообще не быть. Кошки, живущие на улице, приводят больше котят. Численность котят зависит и от активности кота. Внимание! У кошки есть интересная особенность, она может быть беременна сразу от нескольких котов, поскольку яйцеклетка у нее образуется во время спаривания с котом. Как узнать, что кошка беременна? О том, беременна кошка или нет, может сказать вам ветеринарный врач. На УЗИ, которые теперь делают не только женщинам, но и кошкам, беременность кошки заметна уже на 10-й день после вязки с котом. Также хозяйка питомца может и сама заметить изменения в поведении кошки, которая собирается стать матерью. Кошка стала более ласковая, хочет все время быть на руках, или слишком агрессивная по сравнению с тем, какая была раньше. Иногда у кошки наблюдается рвота, токсикоз. В начале беременности она мало ест, а дальше с течением беременности аппетит увеличивается. Кошка много спит, стала очень медлительной. Начиная с 3-й недели, может наблюдаться набухание сосков. С 3-4 недели увеличивается живот и приобретает округлую форму. В 5-6 недель ветеринар может определить, сколько будет котят при пальпации. В 8 недель видно, как движутся котята в животе у кошки. На 9-й неделе у кошки может появиться молозиво из сосков, выделение слизи из половых органов, громкое мяуканье и беспокойство. Значит, скоро начнутся роды. Максимальное количество котят у кошки при рождении. Обычно редкие породы кошек абиссинская, бурманская пиксибоб, саванна, эльф рожают по 1-3 котенка. А что можно сказать о породах кошек с многоплодной беременностью? Шотландская веслоухая кошка приводит обычно 3-7 котят. Кошка породы британская короткошерстная может привести 4-5 котят, самое большее число 7. Кошка породы мейн-кун обычно рожает 4-6 котят, но может привести 8-10 малышей. В истории известно, что кошка породы персидская родила за один раз 15 котят. Это, скорее всего, исключение, а чаще всего она приводит 4-6 малышей. У беспородных кошек чаще всего котят рождается не больше 8, у кошки 8 сосков, а в среднем 6 штук, но может и больше 10. Как узнать, сколько котят родит кошка? Чтобы узнать, сколько котят родит кошка, нужно отвести ее к ветеринару, и он определит количество котят в утробе кошки путем УЗИ, что возможно уже на 10-14 день беременности. Но есть и другие способы узнать, сколько будет котят у кошки. Если знаете родословную своей кошки, то, скорее всего, у вашей кошки будет столько котят, сколько приводила мать ее или бабушка. Проследите, сколько сосков набухло во время беременности у кошки, скорее всего, котят будет на 2 меньше. Сколько раз в год рожает кошка? Домашняя кошка, если ее правильно кормить, может привести потомство до 3-4 раз в год, но произойдет сильное истощение ее организма. Ветеринары советуют, чтобы кошка рожала не больше 1 раза в год. А как узнать, что кошка хочет кота? Смотрите на поведение своей кошки. Кошка стала очень беспокойной, меньше спит, чем раньше, плохо ест, выгибается в пояснице, припадая на передние лапы, затем катается по полу и при этом призывно мяукает. Сколько раз рожает кошка за свою жизнь? Больше всего котят за свою жизнь родила кошка породы азиатская таби, 420 штук. Ну, а в среднем кошки с многоплодной беременностью приводят на протяжении всей жизни на свет около 200 пушистых малышей. Итак, мы разобрались, сколько котят может родить кошка за одну беременность и на протяжении всей жизни. Видео «Сколько котят может родить кошка?» Советуем посчитать.